Горячалка ластовневая. Вот. Делаю короткое видео шортс. Вот теперь будет хорошо видно. Положила цветочки сверху на листики хосты. Вот такой прекрасный цветочек. Горячалка ластовневая. Вот даже видно, вот какая серединка в нее. Красавица. Хосточка Blue Cadet. И горячалка. Вот какая серединка. Какая красотень. Ой, как хорошо сейчас видно. Класс, ребята, ой. Вот сколько цветочков на одной веточке. Нить эта ластовневая. Но она еще и по-другому называется. У нее еще есть одно имя по-латински. Не буду называть, я не выговорю. Она трудно выговаривает слово. Вот такая. А эта горячалочка цветет только одним цветочком на стебелечке. Смотрите. Беленькая серединка. Нежно-нежный голубенький цветочек. Сейчас камера хорошо показывает, ребята. Солнышко пошло на запад, спряталось, и хорошо показывает камера. Слава Богу, я вам покажу красоту. Это горячалка Колоколовского. Она цветет только по одному. Если гентиана ластовневая цветет бутонами по несколько штук на веточке, эта красотулечка цветет только одним цветочком на веточке. Это гентиана или горячалка Колоколовского. Вот. Вот еще есть сорт бестебельной, но оказывается, что у меня бестебельной нету. Все-таки я уже теперь выяснила. Зашла в энциклопедии, зашла в Википедии. Прочитала много информации. Видите, как она ложится. А та, которая бестебельная, у нее колокольчик выходит прямо из серединки кустика. Вот там еще у меня растет. Вот там еще белая. Видите, какой у нее совершенно другой лист. Если в этих листики идут поочередно, смотрите, как красиво под два листики. И на одной ветке бутоне. Давайте посмотрим, сколько в них. Вот 2, 4, 6, 8, 10, 12. Я насчитала 12. Еще 2, 14. Вот 2, 4. Вот еще 6, 8, 10, 12 штук, а то и больше. Видите, там другая хоста. Она начала зацветать уже и пахнет сильно. Вот такие две горячалочки. Еще одна малышка. Я ее забрала под кустом. Она хвоста была. Ну вот сейчас посмотрим. Будем ждать.